Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня мы с вами продолжаем обзор наиболее перспективных проектов и говорим о таком проекте, как OPPO. А что данный проект себя представляет? OPPO – это проект, внедряющий токенизацию в косметологическую интеллектуальную систему. А целью OPPO является стать ведущим поставщиком цифровых решений для эстетического измерения, лечения и наблюдения в косметологии. То есть, как вы понимаете, что это проект, внедряющий непосредственно блокчейн-технологии, токенизацию в косметологию. Сразу хочу сказать, что идея достаточно уникальна, такой идеи лично я еще не видел. Не видел, чтобы кто-то внедрял непосредственно блокчейн-технологии в данную сферу. То есть видите, что перед вами представлен уникальный проект. А какая представлена информация на сайте? На сайте представлена информация о главной странице, white paper проекта, one pager, презентации, то есть по проекту, и выбор языка русский, английский, китайский, вьетнамский и так далее. То есть вы можете попробовать сам проект, отпробовать, что он из себя представляет. Можете присоединиться к пресейлу проекта, то есть присоединиться к распродаже. Ну и здесь также представлена информация непосредственно по социальным сетям. Как видите, что достаточно большое количество подписчиков везде, в Фейсбуке, в Твиттере, в Ютубе, в Телеграме и так далее. Последняя цена, то есть информация по бонусу, то есть сейчас, видите, представляется бонус практически 43%, а рейтинги проекта на трек ICO, например, максимальный рейтинг, ICO Marks также близкий к максимальному и так далее. Ну и самое важное, то что уже продано более 30 миллионов токенов OPPO, что является достаточно таким серьезным показателем. Целью OPPO является улучшение процессов, протекающих в общемировой сфере косметологии во время обмена данными и информацией. То есть внедрение полноценно, как я уже говорил, внедрение полноценно блокчейн-технологий, криптовалют и так далее в косметологию. То есть для непосредственно так называемой революции в данной сфере. То есть чтобы максимально развить текущую систему, которая текущая система там в косметологии уже довольно-таки устарела, она уже не актуальна, и ей необходимо так называемое более детальное такое развитие, замена этой системы и так далее. Именно благодаря OPPO вы сможете к данному проекту присоединиться, и данный проект OPPO сможет уже непосредственно изменить существующую сферу косметологии. Также здесь представлена информация по распродаже токенов, по дорожной карте и так далее, но о них мы более детально будем говорить в следующих частях обзора. Здесь же я хочу вам просто показать информацию, которая представлена на сайте, поговорить об этой информации. Далее уже провести еще несколько частей обзоров, которые отдельно я поговорю о самом OPPO, о пресейле проекта, и также поговорим о более детальной информации, представленной на сайте, то есть посмотрим информацию по распродаже, по команде проекта, по дорожной карте и так далее. А на этом все. Спасибо за внимание. Спасибо, что посмотрели данную часть обзора. Ожидайте новой части обзора, который будет более детально говориться о данном проекте. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго и до новых встреч.